На этих кадрах будущему хищнику всего-то пару недель. Волчонок рос в семье человека. Прошлым летом взрослая пара канадских волков отказалась от потомства. Из 4 волчат успели спасти одного. Сотрудники зоопарка забрали его домой и выходили. Назвали Джемма. Сейчас она снова в вольере, а дети приходят навещать друга. Я очень люблю Джему. Она, я когда прихожу, она мне радуется. И я, когда я ее вижу, я ей сама нравлюсь. Волк – самый опасный, ловкий хищник. Тебе с ним не страшно? Потому он самый добрый. Я его могу гладить сколько могу. Пока волку всего полгода, и такие встречи продлятся еще от силы пару месяцев. Зверя в семью забрали опытные биологи, но рано или поздно хищник покажет свой характер. В общем, не пытайтесь повторить этот трюк. Это, конечно, не собака, и какие-либо надежды питать, конечно, не стоит по поводу того, что она останется все время такой ручной. Вот, пройдет время, наступит половая зрелость, где-то после года уже у нее начнет резко меняться характер, и, конечно, будет проблематично с ней общаться и давать детям общаться с ним. Канадские волки вырастают даже больше европейских сородичей. И самец то и дело штурмовал клетку, пока шла съемка в соседнем вольере. Не зря говорят, сколько волка не кормит.